Это финальный забег воронежской скалолазки Алины Гайдамакиной на Всемирных играх. Они проходят раз в 4 года под патронатом Международного олимпийского комитета. В этом году в престижном турнире, который состоялся в Колумбии, выступили 72 скалолаза из 22 стран. В дисциплине «Скорость» наша спортсменка стала лучшей. Губернатор Алексей Гордеев встретился за чашкой чая с Алиной Гайдамакиной и ее тренерами Верой и Владимиром Маламид. Глава региона поздравил Алину с победой и вручил благодарственное письмо. К слову сказать, по результатам Всемирных игр 2013 представлены документы для присвоения Алине звания заслуженного мастера спорта. Самый важный старт был. Вот. И, в принципе, у меня была очень-очень хорошая форма до этого, еще на чемпионат Европы. Но подвела, как у нас говорит, голова. Слишком хотела выиграть, и пошли ошибки. Вот. Поэтому на Всемирные игры я очень сильно настраивалась, но в то же время пыталась как-то успокоить себя. Вот. И мне очень повезло, потому что у меня была хорошая поддержка. Я за месяц до этого познакомилась с ребятами из джиу-джитсу. Вот. И они меня настраивали, они тоже были в Колумбии, поддерживали меня. И как помогли мне выиграть. Ну и тоже родители, там мама писала, папа. Вот. Поэтому общее такое спокойствие было и уверенность была. И уже после квалификации сразу же всех девочек на полсекунды обогнала. Это в скалолазании достаточно большой результат, ну, отрыв, так сказать. Ближайший план. У меня нет медали с чемпионата мира. В следующем году будет чемпионат мира. Вот у меня проблема. К чемпионату Европы, чемпионат мира, у меня сразу паника. Вот. А в этом году очень-очень удачный сезон получился. Выиграла то ли 7, что ли, я уже даже не помню. Вот. И выработался определенный настрой, и я попробую применить это в следующем году на чемпионате мира. Вот у меня будет главная цель.